пока дома родилась идея приобрести эскимосский нож Уляк. Вот в ЖЖ нашли про него статью, вот такая статья. Вот такая статья. Это древний нож. Ну и фактически это сувенир с Чукотки. И заказали себе такой ножичек. Вот им вот так вот режут, им не режут, а им как бы, ну, в общем, короче, давят. Да. И он режет. Заказали мы себе такой ножичек, ждем сейчас, когда его нам привезут. Заодно работаем с Почтой России. Оказывается, у Почты России есть такая система отслеживания. И написано, что он принят в отделении в Анадыре 10 числа и к нам будет отправлен. Вот, а Анадырь это вот где. Вот обратите внимание, вот здесь вот. То есть такой у нас, мы-то сами реальные путешественники, но тут небольшое у нас путешествие получается такое на диване. По просторам нашей родины путешествует сувенир к нам. Вот видите, мы где-то? Где-то вот здесь, да? Москвы даже не видно, ну, понятно, карта большая. А к нам сувенир едет вот отсюда. И мы ждем его прибытия. Будем вас держать в курсе дела. Соответственно. Ну и. А летом у нас идея есть вот попробовать вот на Камчатку попасть. То есть у нас такие, знаете, фантазии какие-то вот из Европы в Камчатку. Петропавловск-Камчатский, помните? Вот все, что я знаю про Петропавловск-Камчатский, кстати, что там, когда у нас 3 часа в Москве, там полночь. Вот так вот. Так и говорят. Петропавловске-Камчатском полночь. Так, ну ладно, отвлекаемся. Видео-то про нож и про нашу необъятную родину, Россию.